Где наш Лешек? А где Лешек? Туда пошел. Туда пошел. Какая? В котел лазить. А? В котел. Залазить, смотреть, там, чистить его. Ну это вот это, слышь, как и в этом, Корона Российской империи. Ну, типа того, да. Типа такого, да? Да, да, да. Потому что оно и по виду типа такого же. Типа такого. Абсолютно Корона типа такого. Ну да, где-то так. Нельзя. Ну давай. Оба. Лёш, залазь к нему. Тихонечко. Лёш, Вова, обувь вытираешь. Лёш, посмотри же в коленку. Их вместе не надо будет, надо полностью. Снимай их, хватит. Аккуратно спускайся. Мам, ну тихонечко. Я сам спускаю. Я тебе скажу, смотри, видишь уже, обувь. Ну, что повисло? Идем дальше. Запечатлеть. И паровозик издалека. Так ты оттуда мне, пожалуйста. На паровозик издалека. Наташ. Ой. Ну, читайте вслух, чего написано. Ты прочитай нам, прочитай. Я еще видел, что там написано. А? Я еще видел, что там написано. А где сама река? Мы еще до него дойдем. Я только добуду второй раз. Жива молчит. Да, вот это, если не ошибаюсь, кто это у нас? Дева Мария, Шоли, ангелочек.
Это у нас был такой мэр города Нестеров. Звали его Скверный Нестеров. Вследствие того, что он очень любил строить всякие скверы. Поэтому его называли Скверный Нестеров. Давай сначала, Ксюша. Здесь сначала были леса, сюда никто не хотел ходить. А потом в другом городе старобрядцев, верующих в Бога, принуждали к другой вере, заставляли читать другие молитвы, книги, веровать другому Богу. А потом старобрядцы решили собраться с детьми, женщинами, стариками и выйти с этого города. И вот шли они, шли долго, где-то останавливались, ночевали. Потом они остановились в одном лесу только из-за того, что на дереве была икона Божьей Матери. Вот, и они остановились, и один старобрядец, очень старый, сказал, что здесь мы должны остановиться и остаться, потому что здесь икона Божьей Матери, значит, здесь нам и жить. И вот, и потом здесь старобрядцы построили дом большой, в котором они все вместе жили. Потом город начинал разрастаться, и сюда начали заезжать купцы, в общем, разные, продавать здесь все. Потом город стал большим. Вот так вот он образовался. Всем все ясно. Один. Ну, ты не смотришь, что не знакомый. Это Роман Федорович? Роман Федорович, это, по-моему, один из князей. Это патриарх написано. А, патриарх? Да. Роман Федоров? Да. Патриарх Флорин. Маму. А, Флорин. Маму. А почему? Зачем Федоров? Моя родная школа. А вокруг ее бать не можно? Можно. Моя дорогая школа. Старая надпись. Добро пожаловать. Да. Она еще висела при мне. При СССР, наверное, еще висела. Да. В Советском Союзе. А вот родной угол, где мы курили. Ну, вы же близко вообще были-то от входа. Ты себя засними. Себя? Да. Тут на их все, нас до нас. Ты себя засними, пожалуйста. Он может в камеру перевернуть, себя засними. А я ему говорю, что он за себя. А то что-то он расслабился. Опять тебя не хочет. Ой, посмотри, маленького несут. Что дальше? Возьмай маленького. Такую лапочку, такое солнышко. Вот. Какая разница. Обкакали. Угу. Обкакали птички. Алёша еще не дочитал. Пускай читает. Вова не читал, да. А Вове это нафиг не надо. А я... Вот раз не читаю, что за хочешь сказать, что ты плохо видишь? А что там у вас есть? Вот я не знаю, что это за памятник такой. Надо посмотреть, сходить. Я сам не знаю, что это за памятник, поэтому сам хочу узнать, что за памятник. И кому он нужен, этот памятник.
Вот это одно из наших озер. Оно довольно большое. Мостом разделяется на две половины, да? Нет, там дальше озера как такового нету. Там вырыли просто... Администрация вырыла себе для лебедей. Аккуратно. Там типа вот типа озерца, но для лебедей. Посмотри, сколько рыбы. Рыбы много. Рыба есть тут, кстати, да. Вот такие вот же плиты в одном месте лежат на Можайском водохранилище. Ну да. Около самой подстанции. Это правильно. Такие друзья. Так, далеко не уходить, Ксюша. Ну, грязновато, вот, но видите, как это... Оно не чистилось давно, Наташа, его вообще чистили. До воды хочется купаться. Да, Миша? Да. Смотришь на воду, хочется покануться, поплавать. А что не... Ну, пойдем вокруг, обойдем. Ну, пойдемте потихонечку посмотрим. Обойдем его еще, посмотрим памятник поближе. Ксюшенька, пошли. То потребуется больше... Отсюда пока общий план сниму. Так. Зачем кидаешь мусор? Ксюша. А, Ксюш, ага, вот каждый кинет по бумажке, а потом удивляется, почему засорено. Почему все грязно вокруг. Как с тобой копать? Попадешь. Это здесь плачу не подставь. Где будет плачу? Она и была там. Вот тут в первой школе линейки проходит. Вот она, первая школа, кстати, видна уже. Вот еще какой у нас есть. Я не знаю, что за памятник, правда. Сейчас почитаем. Ну вот он есть у нас такой. Памятничек. Там для того, кто не знает. Красиво. Ну, там должно быть написано для того, кто не знает. Руки сюда дайте. Как и в музее. Выходим на дорогу. Там вот. Где Вова? Не знаю. Где Вова наш? Слушай, где Вова? Где Вова? А что с тобой пошел? Ну, собственно, остававшим город Альтай-Шулу в исторических битвах при предыдущих поколениях 1701-2001. Вот. Вот это старым жителям Новозыбко, значит, памятник. А это герб, да, ваш Новозыбкинский? Да, это герб Новозыбкова. Где герб? Вон вверху. Вон Наташ, вверху. Рукой не маши. Вот тебе район первой школы наш. Ну пойдемте зайдем на этот мост, посмотрим, да. Наверное, да? А потом и на тот сходим. Мостик. Старый мост, это вон тот мост дальний. Да, мамик? Пируется, посмотри, так гордо, грудь вперед. Красота, да, Миша? Прикольно. Будь здорова. Домик лебедей. Где Вова? Пойдем на мостик. Спешим. Ой, ну, великолепно. Пойдемте на мостик сходим, посмотрим, что там происходит. О, рыбка, рыбка. Рыбки вон плавают, да?
Вон рыбка плавает, смотри. Вон, смотри, там ко мне. Вон, кстати, плещется рыбка, видишь? Вон, 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 вон. Видишь, мы же танцуем все это. Видишь, рыбка танцует. А где как рыбка танцует? Не. Вот сюда вот иди, вот посмотри, как классно вот там. Крутится вот так вот, смотри. А, вон тот дальний. Да, вообще, смотри, как классно. Дай. Вообще очень красиво, когда они начинают крыльями. Угу. Вообще лепота. Я нашим говорю, стало мне не так интересно смотреть у лебедей. Где у нас нет, а уток? Да. Чего нет у нас, того нету. Птенцов не было, да, у них? Нет, по-моему, не было. Сейчас смотрю, одни взрослые. А у нас завели парочку лебедей всего вот этих. Тут 5 их было, что ли? Немного, в общем, было. Ну. И вот они живут. Это администрация себе сделала красоту такую. А где там администрация? Вот здание администрации. Угу. Это у них вид из окна называется. Ну что, пошли в мини зоопарк? Ну давайте вам на это. Не то, что девочки делают. Что? Постарше быть поменьше. Это не олени, это косули. Это косули. Вообще-то. Айха и манянька. Вот это вот манянька, вот это айха. А тут как это? Вау! Что ты кричишь? Тихо. Не кричи. Страус. Так, страусика пойдем поснимаем, да? Тихо. Под ноги, Ксюша. У нас красивее косули. У нас белень сметят. А это... Только пальцы не суйте. Пальцы, отойдите. Только пальцы не суйте. Пальцы. Вот написано, что это. Сосадки. Да. Как бы... Читай. Читай, Вова. Это вот так называется. Написано, что там... А, это самый. Как это можно? Индюк. Да, а, вот. Он страус, он сюда вот поднимитесь, вам будет видно. Вот он страус. Вот сюда, скажите, там он. Нет, вот, там другое есть место специально. Там есть место для него. Смотри-ка. Ну, это курочки. Обычные. Это черные. Шляпа. Это курочки. Шляпа. Нет, ты смотри, вот это вот черные. Видишь? Это декоративный петушок. Ну да. Это страус. Вот мы их кормили с рук. Смотрите, как это. Этой живностью аккуратно. Да. Вот смотри, если он спет своей ногой даст, это не покажется. Мало не покажется. Самые сильные ноги, это у страуса. Вот. Бегун еще тот. Птичка, 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 птичка. Как тебе подозвать? Его друг умер. Один, ну хоть как-то пришел. Я уже там миновал. Есть хочет. Нет, ну, у них рыбочка. Я думаю, что их кормят нормально. Да думаю. Кормят их хорошо. А здесь фонтанчик у него тоже был, да? Был. Они пальцы вот так. А вот пока вот. Да, от него надо, да. Петух Юрий, посмотри, какой. Вот оно, просто хорошо. А это кто-то глаза. Папа. Что у нас еще здесь есть? Кстати, по мне хвост распустился, пошли.
Тихо. Где? Они на хвост отпустили. Ох, красавец. Позвольте. Царская птица, да, Миша? Угу. Красавец, да? Красавец. А я сюда не могу, такого не сделать. Нельзя. Маленький. Тихо, Ксюша, тихо. Маленький твой. Вот еще один. Это павлин. Вот павлин без хвоста. Вот видишь, он не распускает хвост свой, вот этот. А вон распустил хвостик. Маленький, как закрывает хвостик большой павлин? Пап, маленький. Закрывает хвостик, по-моему. Да, Оп. Смотри, что вернулся. Вау! Смотри, пап. Это не кролики, Ксюша. Что тебе одни кролики снятся? Нет, а кто это? Читай, Ксюша. А гуры Брама, как если это кролики? Кроличья порода. Ну, так... Я забыла, как называется. Но это кроличья порода. Прикольный мини-зоопарк. Да. Сделали, молодцы. Конечно, вот интересно. Фазанчик. Фазан, да. Да, Леша, ты тогда спрашивал, как они выглядят. Помнишь? Фазан, вот он. Вот он перед тобой. Помнишь, что меня спрашивали, как он выглядит? Он злит. Нет. Смотри, заснимай. Вот он, видите. А что он говорит? Держи батон. Красуется, как красуется, а? Ты посмотри, как красуется. Что там еще есть? Кто у нас тут? Что за живность? Накручивается. Это лебедь танцует. Прикольная такая прозрачная вода, как она была. Угу. Смотри, видишь? Вот. Угу. Вот это вот чистое сделали я. Ну, а то запустили. То запустили. Он уже отсюда все уходит. Ну, этот он более высокий мостик, а тот сделали более... Ну, это старенький низкий, мостик, да? Уже, да. Ксюша, скажи мне, пожалуйста, куда это мы бегали? Самостоятельно, так и независимо. Вот сюда? Так, по мостику аккуратно. Смотрите под ноги. А сами вся грязь тут, да, остается? Угу. Лучше бы наоборот бегали. А мы бегали в чистую воду, Леш. В грязной воде. Мы не бегали. Так, помочь? Отсюда прийти этого красующего. Ну, тут крякнула утка. Здесь утки еще плавают. Здесь замочки зачем? Здесь еще утки плавают. На река Карна. Вы спрашивали, где? Вот она.
Там она уходит, и дальше будет второе озеро там. Маленькое. Ну, примерно, да нет, примерно такое же, побольше чуть-чуть. Примерно такое же, как это. А у нас озеро идет, я понимаю, да? Это озеро. Ну как? Это не озеро, это. Я даже не знаю, как оно называется, это администрация вырвала для себя. Чтобы любоваться лебедями. Но речка, она уходит. Заводила еще та тоже смотрел. Ксюша, он способный ребенок. Типа стоит. Ну, это типа летнего амфитеатрика. А тут раньше фонтанчик работал, красиво было. Не знаю, что-то воду не запускают, а раньше работал классно было вообще. Обалденно. Фонтаны всегда классно. Даже вот в Можайске, посмотри, поставили фонтаны, да? Совершенно же изменилась площадь, правильно? Ну да. Совершенно другая стала абсолютно. Вова, как обычно, где-то полазит. А где Вова? Вот, где-то полазит. Вова, как обычно. Понимаешь? Леш, котенок, тебе не интересно. Вон крутилка, у вас нет, как обычно. Получается непонятно что. А потом приходят же сами, кто сюда кинул. Ой, как тихо стало. Как не заметить,